Всем привет! Неправильно. Всем привет, друзья, с вами Писфан. Его, я думаю, вы тоже знаете. Сегодня мы выбрались на природу. Я думаю, было бы правильнее распаковать видеорегистратор на природе, рядом с машиной, нежели, да, сидел бы я тупо за столом, ну, здрасте, вот видеорегистратор. Поэтому, распаковывая пока видеорегистратор, я немного расскажу. Посылка с Banggood, и сколько, наверное, месяц назад я увидел видеорегистратор за, ну, сейчас точно сказать, по-моему, $25. Получается, сейчас доллар чуть подорожал. Он выходит где-то 1100 просто чисто деньгами. И доставка сейчас на Banggood нужна. Соответственно, выходит что-то 1300 рублей я за него отдал. Я не буду говорить, что он самый дешевый. Он один из дешевых. Как он вообще называется? Он называется просто Кордер. Камкордер. Ага, 8000. Так, ну, короче, по-моему, называется тупо модель К8000. Все. А есть сокращенно К8К. Так, что он снимает? Главное то, что он снимает Full HD, да? Даже 270. Угол обзора. Так, диагональ экранчика, что там, 2 дюйма. Дисплей TFT. Так, ну, это понятное дело. AV формат, да? Всякие разные качества. Угу, ну, самое HD, большое, да, это Full HD. 5 мегапикселей. Фото делает в формате JPEG. Что там, микрофон встроенный. Динамик встроенный. Night Vision, это что, 8? Ночное видение, короче, ночная съемка. 8, видимо, как их звать? Режимов? Нет, не 8 режимов, а 8, скорее всего, фонариков подсветки вот этой штуки. Так, ну, давайте сразу разберемся, то, что видеорегистратора нету у Юры, хотя машина есть. Да и у тебя тоже. У меня регистратора тоже не было. Вот мы отсюда и начинаем знакомство с видеорегистраторами. Поэтому давайте сильно там не бадхерте в комментариях. Что там, USB-выход и языки, да? Да, языки всякие. Ну, такая батарея, литиум. А время работы что-то я не могу найти. Я так понимаю, скорее всего, он работает от этого, от прикуривателя. Поэтому... Не, от прикуривателя. А если такое, то что? Если не от прикуривателя. То есть произошла авария, у нас включилась батарея. Понял. Ну, видишь, не указано. Давай потом там. Вот, посмотрим. 8 штучек. А, все, понял. Я, кстати, недавно смотрел, интересовался... как называть, видео этими регистраторами, и находил такие более приемлемые за 2000. То есть 2000. Такие смотрел, ну, вот, на самых популярных. Вот такое у нас самое обыкновенное устройство. Ну, тут кнопочки включения. Вот они. Раз, ну, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Как раз-таки 8 это ночная подсветка. Ну, я, кстати, видел видеообзоры видеорегистраторов, и вот эта подсветка, конечно, это так вот, ну, чисто, чтобы она была, потому что, ну, как она тебе на самом деле может там особо подсвечивать ночью, да? Ну, экранчик, да, небольшой, 2 дюйма. Самое, что такое, интересно, то, что он не громоздкий. То есть не будет особо мешать, да, обзору водителя. Короче, при всей своей форме он, да, он не настолько огромный. Но форма уже старая, да, сейчас посовременнее есть, да, это все-таки современная. Не, вот, ну, то есть хорошо старая форма. То, что у него есть как дисплей. Потому что я смотрел, многие продаются без дисплея. Без дисплея. Ну, дешевые без дисплея. Это, да, в районе как раз-таки 1000 рублей. Ну, обычное крепление на присоске с регуляцией. Самое людей волнует, это можно будет полицию конечно, снимать? Конечно, вот, видимо, оно вот крепится. Прикрепи. У нас так. Даже так. Накрутим, ладно, немного. Вот он у нас висит, пожалуйста, оп. Но меня интересует вот эта штучка, может ли разболтаться или нет? Мне кажется, что вполне. Ну, хотя пластик, ну, не знаю точно. Русские вани что-нибудь придумают. Да, если что, туда можно момента залить на крайний случай, чтобы он только прямо снимал. Так. Что дальше в комплекте? Дальше в комплекте у нас типичный прикуриватель. Да, и все. Вставляется шнур, ну, по смотке довольно-таки он длинный. Часто я вот когда даже выбирал этот видеорегистратор, смотрел, что...
пишут, то шнур короткий, то что шнур длинный, что делать, вот, всякие в минус. Ну и... А, еще есть. А тут мини-USB. Ну, это, соответственно, чтобы это, да, передавать сразу. Записал, подключил компьютер и передал. Больше коробка пустая, ну, также инструкция, я не знаю, что тут. Please kindly not. Мой ломаный английский. Видимо, мини-USB. Ну и типичный русский языка. Есть? А, есть. Есть даже выглядит. Вот, датчик, комс датчик. Объектив 140 градусов, высокое разрешение, фильтр широкоугольный. Масштабирование 12 сантиметров на любые расстояния. Отображать. 2. ТВ-выход. NTCA-пал, короче. Ну, вот так же, как говорили, разрешение. Поддержка карт до 32 гигабайтов. Ну, да, я смотрю, они в основном все до 32 поддерживают. Ну и вот смотри, что тебя интересовало. Аккумулятор 300 мАч. Это сам он. Ну, довольно-таки, как он, часто такое использует, 100-200. Я смотрел, то 400, где-то вот в такой районе и наколеблется. Ну, это все получается, зависит, больше и не запихнешь. Все, опять же, зависит от цены. Цена, да, все в цену упирается. Так. А, в особенностях продукта написано... SOS функция кнопки заставить, файл должен быть заблокирован, в то время как ущерб бывает. Промпт. Не, ну смотри. Google Translate. А если это все написать в Google Translate на русском языке, перевести на английский, то может быть получится. Что ты мне говорит, знаешь, о том, что настолько дешевое производство вот этих все, что вот этого всего, так как его и цена говорит, да, то что у них даже нет возможности заказать нормально русский перевод, да, у специалиста. Друзья, на этом сегодня и все. Сегодня тестирований никаких не будет с этим регистратором. И всем пока! Пока. Самолетик! А! Вот сейчас, друзья, начинается самое то. Погнали! Дианка. Дианка и смайлик. Это, по-моему, китайский. Ёж, тебе понятно, что это подделка? Нефиг делать это видео, если не знаешь ничего об настоящем iPhone 5C.